Сейчас на сцену выйдет Анна-Мария Абакаров-Кулясова. Ей 13 лет, Республика Чили и город Москва. Она играет на флейте, обучается в детской музыкальной школе имени Ипполитова Иванова. Педагог Алексей Юрьевич Морозов. Жорж, фантазия, концертмейстер Александр Румянцев. Thank you.
Это была Анна-Мария Абакаров-Кулясова, 13 лет, Республика Чили и город Москва. Она учится в детской музыкальной школе имени Политова Иванова у Алексея Юрьевича Морозова. 12, 12, 11, 35 баллов получает флейтистка. Максим, вам слово. Поздравляю. Нужно обратить внимание на дуди второй октавы. Обязательно. Только ближе к коде я заметил, дважды был взят дудиез как нужно, все остальное время он был не в фокусе и выше, чем нужно. И еще моя рекомендация, когда вы настраиваетесь, будьте любезны послушать, спросите своего концертмейстера ля первой октавы, вы сыграете ля второй. И ля первый. Послушайте, потому что интонационно вы не были готовы к первой половине. То есть, и будут еще вопросы, конечно. Самый главный, пожалуйста, играйте выше, поднимая подбородок. Звук. Чем ниже вы опускаете голову, тем ближе к вам эти обертоны и падают. Играйте для зала, а не для себя. Пожалуйста. Больше пойте. Без флейты. Все, что вы можете спеть, пойте, а потом уже играйте. И с этим же ощущением. Спасибо, Максим. Настя, вам слово передаем. Спасибо. Анна-Мария, поздравляем вас с высокими баллами. Скажите, что вы сами думаете о своем выступлении? Ну, я очень волновалась. Мне было очень страшно. Вот, я не ожидала вообще сюда пройти. Я не была морально готова к тому, что я буду здесь еще раз играть. Вот, поэтому на нервах у меня были ошибки. У меня были вылеты, конечно. Вот, но я горжусь собой, то, что я вышла, сыграла. Вот, и вообще как бы не умерла от страха. Ну, за вас здесь болеет не только ваша мама, но и еще один персонаж. Расскажите, кто этот зверь? Это мой любимый кротик. Видимо, он приносит удачу? Нет, я его просто очень люблю. Он меня успокаивает. Надеемся, что сегодня тоже сыграло влияние любимой игрушки. Я знаю, что вы занимаетесь музыкой с 4 лет. Да как так получилось? Кто вас привел в музыку? Ну, с самого начала в музыку привели моего брата старшего, и он как бы передал мне желание играть. Я хотела играть на скрипке, как брат, но я левша, и меня не взяли. Вот. Поэтому через некоторое время, когда я упрашивала постоянно, вообще на протяжении полугода, меня все-таки отвели, и я выбрала флейту. Здорово. Еще раз вас поздравляем. Спасибо большое.